Глубокие отверстия от осколков в стенах, потолке и даже в металлических дверях. Накануне вечером 58-летний мужчина взорвал гранату в доме на Буянова, 98. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый пришел в квартиру к своей супруге выяснять отношения. Во время конфликта мужчина причинил жене телесные повреждения. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Когда силовики стали заходить в квартиру, дебошир бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из правоохранителей успел закрыть женщину с собой. Потерпевшие и полицейские получили ранения различной степени тяжести. Однако это не помешало силовикам скрутить подозреваемого, который уже держал в руках боевую гранату F1. Сейчас потерпевшим оказывают медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Съемочная группа телеканала «Самара ГИС» встретилась с горожанами, которые проживают в доме на Буянова, 98. Вот. Я проснулся от этого, то есть я там был после отдыха. И я проснулся, я подумал, что это что-то, ну, на улице где-то случилось. Я слышал хлопок и как бы такой, ну, достаточно сильный хлопок. Ничего не слышал, честно. Вот ничего не слышал. Я только буквально с утра в новостях узнала разрыв. Никогда таких инцидентов не было, и у нас все такие жильцы мирные в этом доме, поэтому на самом деле это действительно шок. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, а также за незаконное хранение и приобретение взрывчатых устройств. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Во время допроса он отрицал попытку причинить телесные повреждения потерпевшим. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.